Привет! Сейчас расскажу об одной модели, про которую есть большое количество вопросов у нас, и нам бы хотелось дать максимальное количество ответов. Это модель CEX 1113. В моих руках брошюра, которую вы можете в электронном виде скачать на нашем сайте, если вам интересно, почитать про каждую модель, разобраться в каждой модели. И вот здесь есть информация о том, что у нас есть модели CEX, которые 220 вольт подключаются, и они подключаются или на 6, или на 8 кВт. Есть уникальная модель для российского рынка мощностью 11-13 кВт. Но опять же, это в случае, если подключение 400 вольт. Если, так как в России 380, то модель будет выдавать 10,6 или 12,8 кВт. Чем же уникальна эта модель? Во-первых, модель уникальна тем, что обычно все производители производят либо меньшей мощности на 220 вольт, или же производят большей мощности на 380 вольт. Эта модель находится между. Зачем же это нужно? Ну, не везде есть возможность подключить 18, 20, 24 кВт. Поэтому небольшая мощность на 3 фазы – это интересное решение. Коттеджи, бани, парикмахерские – современные квартиры в многоэтажных домах, где есть электрическая плита и где есть возможность подключить подобную мощность на 3 фазы. Помимо мощности и, соответственно, большей производительности, прибор отличается компактными габаритами. Ну, для сравнения, у нас есть модель трехфазная, большая, да, и есть модель более компактная, но тоже трехфазная. Уже говорил про CEX-ы, повторюсь, что в CEX 1113 есть те же самые все функции. То есть это выбор температуры, это блокировка температуры, так называемый режим защиты от ошпаривания, защиты от детей. Это выбор мощности, предустанавливаемой мощности при пуске прибора, либо 11, либо на 13 кВт. Это коды вывода ошибок на дисплей. Это двойная температурная защита, это класс защиты корпуса IP25. То есть все то же самое, что есть у CEX 9. Несмотря на то, что прибор CEX 1113 дороже, чем CEX 9, он, тем не менее, дешевле, нежели чем те аналоги, которые есть на рынке, немецкие аналоги. С китайцами сравниваться тяжело, там немножко другой подход к конструкции, немножко другой подход к цене, ну и немножко другой подход к безопасности. В общем-то и все про CEX 1113. Если есть вопросы, звоните, пишите. Спасибо.